Ребят, смотрите, сколько здесь цветов. Какие они красивые. Надо мамки с бабушкой нарвать. Вот это красота. Вы просто на них поглядите. Все цветет. Такие белоснежные. Привет, друзья. Всем привет. Привет. Пришли сегодня по грибочки посмотреть. Лес, конечно, сухой, но планы у нас такие, поискать лисичек. Потому что лисички, я думаю, должны быть. В последний раз мы ходили, маленько нашли. И вот в планах поискать в таком вот дремучем лесу, походить, поискать, ну, посмотреть вообще всякие грибы. Но больше я все-таки думаю лисички, потому что таких грибов вряд ли они будут. Суховато все-таки в лесу. Хоть дождь и был тут, дождь был хороший, но как-то он прошел, местами был, местами нет. Ну и все равно, тут нужно дождя такого, знаете, дня на два, на три, чтобы он лил и лил. Хотя и сегодня передавали дождь, а погода, посмотрите, солнечная. Еще думал на рыбалку поехать, по грибы. Думал, наверное, погода плоховатая. С утра такая была, как будто бы дождь хочет пойти. Но дождя не было, ребят. В Москве вот был, от нас недалеко, в принципе, ну, тут 300 километров. А у нас нет, так что пока без дождей, ребят. Ну ладно, пойдемте поищем, посмотрим, будем надеяться, что что-нибудь найдем. Пап, ай. Смотри, как идеально получилось. Вот это у Макса наколка, посмотрите, ребят, прикольная какая. Из папоротника придумал, да? Интересно смотрится, красиво так. Леется. Что там, Миш, нашел? А, ты папоротник? Я думал, ягоды ешь. Погнали. О, какая красивая полянка. Вот она. Но это же лисичка, да, я говорю, лисичка, если уже знаешь, где они растут, там они и есть. Вот такой сушняк сейчас на улице. Вот. Только лисички порвать. Они ведь тоже суховатые, но вот так переворачиваешь, они хорошие. Как, Макс, вам понравились лисички сегодня, картошка-то? Да, вкусно. Жарят. Они мне больше самые любимые мои. Лисички твои? Ну, давай. Ну, лисички, да, вон, они самые такие вон. Безопасные. А, под елочкой. Вон они прячутся. Смотрите, ребят. Вот она прячется. Вот она, лисичечка. Ну да, они такие самые грибы, безопасненькие. Фу. О, какие красивые. Такой сушняк, походу, только лисички мы, наверное, и нарвем. О! Берите, пойдемте дальше. Опа! Посмотрите, здесь Макс по краю, я вот тут пробегусь. Глянем. Что, есть там, да? Да, нашел, пап. Здесь вот три штучки. Три штучки? Зато крупные. Интересно, такие полянки тут. Во. Ну, а зато крупненькие. Так. Начало есть. Поедем сегодня корзинку накупить, ребят. Хорошую, такую современную, красивую корзинку. Купим? Ага. Я думаю, грибы-то все равно скоро пойдут. Дождей бы нам, конечно, бы только дождика бы. Че, Макс? Хочешь татуировку? Татуировку? Как? И что такое ты придумал? Нифига себе. Татушка у меня. Грязная какая-то. А что она такая? А у тебя красивее. Ну, у Мишки красивее. Ты лучше прижмешь. А это как, где ты такой узнал? Папоротник. Папоротник, да? А что такое? Как бы, когда это он... споры его. А, цветет, наверное, так, что ли? Ну, он размножается, короче, спорами. Ну, как грибы. Прикольно. А вот нас и встречают свеженькие, красивые лисички. Вот такие. Вот они. Здесь нормальные. Оба. А, вон, растут, смотри, есть еще маленькие? Давай, ведерко. Смотрите внимательно, Макс, найдете еще. Видишь, вот тут совсем маленькие, вот. Вон, Миш, смотри, какие полянка. Ага. Погляди, красивые. Обрываю их. Вот так вот, видишь, совсем еще маленькие. Повнимательно, может, на поляну нападем на хорошую. И быстренько ведерко нарвем. Внимательно, видишь, они так бывает найдешь. Одну смотришь, а там еще, еще. Ну, пойдемте потихоньку здесь пролезем. О, какие красивые вот здесь попались нам. Полянка крупненьких таких. О, пап, еще. И у тебя, да? Ну, какие здесь, понимаете, смотри, здесь под листьями могут еще быть. Макс, погляди там еще в сторонке, может, еще там найдешь. Ага. Особо тоже много нет их. Ну, вот видите, прям под листьями, вот их надо еще поискать и порыться. Так вот они. Лисички, видишь, они прям вот у меня, Миш, под веточками. Нет-то, Макс?
Вот нашел. Нашел? О, молодец. Так, гляди-ка, потихоньку сейчас наберем лисичек. С грибами тяжело. Нет такого. Возьми их пока. Отнеси, ага, пожалуйста, Ой. Максиму. Вот эту гроздь. Смотрите, он упал. Подожди. А я здесь посмотрю. Еще, по-моему, я что-то увидел здесь маленькие. Вот такие вот надо тоже забрать. Вот они, кажется, маленькие, а так не совсем уже маленькие. Макс там тоже нашел. Да, они прям под листьями. Увидишь одну, смотришь внимательно, там еще. Так, больше нет, здесь нигде не видно. Вот маленький совсем вижу, но это совсем маленький. Нашел маленький, да, Макс? Да. Хорошо, обрывайте. Под елочкой надо еще посмотреть. Они любят в елках расти. Но их тяжело заметить, бывают листочки вот это и не видно. Да, Макс, где-то нашел, еще там посмотреть надо. Больше нет? Вон там. Впереди тебя. А, вот здесь, да? Да. Вижу, вон одна плохенькая стоит. А это у нас, походу, комары. Походу, сыроежки. Давайте глянем, хорош или нет. А вид красивый. О, Миш, красивые, чистые. Угу. Поберем, что ли, сыроежки? Да. Писечки. Да, не тут плохая. Ну, она там червивая была. Давай это заберем, бросьте. Опа. Ну, как говорится, сыроежки есть, надо смотреть грибы. Может быть, здесь где-то и грибок быть может. Но пока таких грибов не особо-то видно. Если честно, то вообще не видно. Готовы, земляники полно. Вот ходим, едим. Ну, не то, что полно. Поесть можно. Вон под елкой целая полянка. Макс, иди смотри, какие здесь. Ух, и красивые. Прям целая поляночка такая. Ты уже еще нашел? Нет, здесь. Вот они, ребят, прям в елочке прячутся. What? Хорошие. Вот туда ведерко. Красиво смотрится, да? Фу. Сейчас, Миш, тебе поближе. Елочка у нас. Оп, убирай там. Вот такие вот красивые лисичечки наши. Жарешку мы уже набрали. И то хорошо. Вот лисичек, чем ничего. Прям поляночка вот такая. Вон, Миш, там за тебя две соберешь, вон они, две штучки цвет, видишь? Ага. Возьми их тоже. Не видать больше, Макс, их под елкой. Я говорю, они под елками любят так прятаться. Иногда нет, 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 нет. Потом раз, полянка. Раз, полянка. Ну, как-то нет такого, чтобы бывало раньше попадали. Прямо сядешь на одном месте, и сразу вот такое ведро. Или корзину. Скажи-ка, Миш, какая тут земляника красивая. О, траве такая крупненькая здесь попадается. Опа, вот они, смотри, ребят. Красивая. Какая красивая поляна, посмотрите. Рвем такую крупную землянику. Давайте, рвите, ребят. Смотрите, ребят, какие. Вот это да. Хорошие. Крупные. Макс, обрывай. Вот, прям хорошая, нам лисичек попалась. В траве все-таки, ребят, попадаются такие, они вообще свежие. Те вот мы рвали чуть-чуть посохшие, а вот эти вообще свежие. Большие такие. Угу, и большие. А трава, тут роса все-таки. И они как бы это... Влага у них есть. Комар, гад, прямо в ухо. Ползет себе и жужжит. Ползет и жужжит. Совсем маленький, Миш, оставь уже. О, Макс, внимательно. Вот он стоит. Вот, Макс, раздавил, говорю, внимательно. Эх, вот они, внимательно, нашли поляну, все, вот сразу. Вот ягода, вот лисички. Ага, красиво, покажи-ка нам ягоды. Ягоды уже нету, уже съел, да? Нашли поляну, а ягоды какие здесь крупные, ребят, смотрите. Сейчас покажу. О, раз, как клубника, два, как мелкая клубника. И три, во какие, громоздкие. Держи, Макс, попросил, тебе не даю. О. Так, а здесь еще могут поляны быть. Еще там надо посмотреть. Я помню, здесь полянки были. Лисичек, может, что найдем? Как нежданно, негаданно, раз, и лисички. Среди ягод прямо. Желтенькие цветочки, красиво тоже. Посмотрите, Макс, здесь вот лисички в этом районе, а я вот здесь место осмотрю. Макс нашел полянку. Вон он там. И вон они, смотри, и вон это они. Да.
Надо внимательно еще посмотреть, ребят. Давайте обрываем. Ух ты, я эту кочку сору, чур. Чур сору, ребята. Ой, нака. Какие красавцы. О, какая кучка. Сейчас придет бабушка, переберет их. И все, и нажарит. Даже Миша сегодня ел грибы с лисичками. Ой, грибы, картошку с лисичками. Ел, Миш? Ага. Грибы с лисичками. Грибы с лисичками. Что сказал? Так, здесь больше не видно. Вот такими полянками, во. Вырастают вот такие вот здесь, вот они. О. И вот они. От лисички нас выручают. Грибов нету. Вон еще маленькие лисички. Растут у Мишка, вот я под ногой посмотрю на тебя. Это да. Вот у нас уже, ребят, на жареху-то уже есть. Нормально. А больше-то и не надо, по идее. Для жарешки так вот пожарить. Разочек перебрать, убрать в холодильничек. А захочется, можно их покушать. Вон я вижу, прям под елочкой. Вот они любят там вот прятаться. Вот они, вот такие. Лисички, сестрички. Название такое интересное им вообще дали. Действительно, как лисички. Вот у другого названия им даже я и не дал бы. Откуда люди так берут такие названия? Так вот, Макс, ты мог бы им дать бы название. Желтики какие-нибудь? Рыжики. Рыжики, не рыжики они, Миш. Дубни. Как еще, как мы можем бы в название? Вот, допустим, мы не знаем, как они называются. Допустим, сейчас мы знаем, что они лисички. Им подходит идеально это название, да? Угу. Лисички. А вот как могли бы мы их назвать, Миш? Оранжевый. Ну, они вроде не сильно-то оранжевые, они больше как желтые. Солнцевики какие-нибудь? Да? Подъелочники. Подъелочники. Что-то такое, да? Всякие. У вас, ребят, есть предложение какое-нибудь, как можно было бы их назвать? Подъелочники можно, конечно. Тут подались они вот сейчас. Пойдите, Макс, здесь еще полянку тут посмотрите. Я здесь помню, муравейник был, вот он. И здесь они были. А вот я, кстати, вижу полянку. Да. О, Миш, смотри, по грибочку. Ага. Понимаете, здесь посмотри, вон муравейник. Опа. Ну, это я говорю. Забирай их. Маленький, правда, здесь по суше. Тут такое место, видите, выжженное чуть-чуть. Здесь было много тоже. Кстати, припоминаю, муравейник вот этот. Давайте глянем на него. Такой простенький муравейник. Такие муравьишки здесь. Спокойные такие, не такие, как... Хотя уже на ногах меня уже ползают. Тут гнездо. Валялось прямо на земле. Упало, видать. Прикольно делают. Да вот как умеют делать птички. Смотри, ребят, как они домик плотные. Делают. Плотные. Как папье-маше. Знаешь, на что похоже? На кокос. На, вот эту, на часть кокоса. Представляешь, сколько они травки натаскивают вот эти травки в себе. Все это собирают каким-то образом. Глину как-то, наверное, в клюве таскают или в лапках, не знаю. Все залепляют. Видишь, вот от птиц надо учиться дом делать. И, пожалуйста, дом у них. И день-то под елочкой делают. Все знают, где делать, в елках, где меньше дождя, и все, они сухие. И она высиживает птенчиков. Прикольно, да? Прямо вот здесь лежал, на земле. Вот так вот природа. Ну вот, ребят, мы и прогулялись. Немножко так пробежались. Ну, что я вам скажу, немножко нашли лисичек, на жарешку набрали. Так, пойдемте вот здесь. Будем выходить уже потихоньку, хватит. На сегодня хватит. Особо грибов нету, только вот лисички. Если знаете места лисичек, то можно ехать, я думаю, найдете. А так вот нету. В наших местах, я имею в виду, пока. Ну все, ребят, всем пока, увидимся. Всем пока. Увидимся.